самовнушение. Может быть, они все придумали, кто сейчас стоял на сцене. Это, может быть, было самовнушение. Но со мной живет друг. Муж, конечно, тоже есть, он у меня один. Но со мной еще живет друг. Это моя любимая собака. Доберман. Ему не внушишь. И он себе тоже не может внушить. В 2017 году, когда я познакомилась с компанией ИПЛ, благодаря компании ИПЛ я здесь перед вами стою, у меня была цукорная почти кома, 480 был сахар. В данный момент, в то время я колола от 5 до 7 уколов инсулина. Сейчас я совершенно здорова, перед вами стою. Им не внушишь, им не скажешь ничего. И они, получилось так, что в 2017 году наш доберман однажды утром не смог встать. Всю ночь проскулил, мы возле него, он скулил. У кого есть животные, поднимите руку. Представляете, это же члены нашей семьи. Как мы с ними трясемся обычно, да? И вот мы всю ночь не поплакали, утром побежали к врачу. Целый день мы были на обследовании в Германии, такие очереди, и они объявили, что ему нужно срочно делать тазобедренный сустав менять. Потому что он не смог у доберманов, она вообще, кто знает доберманов, это искусственная порода немецкая, да? И это их всех ожидает обычно. Они сердечники, и они теряют задние ноги. И объявили, что собаке будет операция стоить 5000 евро, 800. Мы не готовы были к этой операции, но были готовы сделать. Муж сказал, я возьму кредит, но я сделаю собаке свою операцию. Я говорю, может быть, нам предложили укол и тому подобное. Но мы начали бороться до конца. Побежали к другому, другой врач говорит, то же самое. И я пошла к ветеринару, к врачу и говорю, может быть, наши конфеты давать? Да вы что, сладкие конфеты? Ни за что. И я позвонила своему спонсору Илоне Милушевой. И я стала втихаря давать эти конфеты. Муж говорит, не вздумай давать. Я пасть открываю и туда ему закидываю. Сначала пробовала ему под язык. С командами такими. Держать под язык. Но потом мне сказали, у собаки совсем другие чувства, у них совсем другой желудочно-кишечный тракт. И я стала открываю пасть, закинула одну, две, три. Нашей собаке не нужна операция, она живая, и каждый день бегает с мужем 15 километров. Каждый день. Давайте поговорим. Если понравилось это видео, ставим лайки, делимся в соцсетях, подписываемся и не забываем поставить колокольчик для того, чтобы не пропустить новых видеороликов.